Владимир Секрецов, судья всероссийской категории Кемеровской области. Арбитр Евгений Павлов, Республика Бурятия, всероссийской категории. Боковой судья Ибрагим Джабарханов, Чеченская Республика, судья всероссийской категории. На центральном ковре сильнейшие борцы весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Ибрагимов, Республика Дагестан, город Таспиз. Мастер спорта международного класса. Тренируется под руководством Анвара Магомед-Гаджиева. Чемпион России 2022 года. Сегодня приговорится Шамиль Мамедов, город Москва, по районному зачету Республики Дагестан. Шамиль мастер спорта международного класса. Борьбой занимается 14 лет тренер Вагиф Казиев Джамал Алиев. Первый тренер Минажудин Казиев. Лучшие спортивные результаты Шамиля Мамедова. Первое место на первенстве мира 2021 года. Первое место на международном турнире Гран-при Иван Берегин. Первое место на спартакиаде сильнейших 2022 года. И он является обладателем кубка Иван Берегин этого года. За неспортивное поведение снимается с соревнований, лишается аккредитации. Thank you.
Let's go.